Ну что, друзья, еще раз всем добрый вечер, привет. Теперь можно начинать. Проект под названием Soul Sacrifice. Со мной на сцене совершенно потрясающие музыканты. Николай Добкин, электроорган. Давайте поприветствуем. Сразу. Владимир Шевченко, перкуссия. Легенда московской бас-гитары Дмитрий, ветеран честных. Владимир Воеводин, барабаны. Меня зовут Вадим Ивашченко. Сейчас я попрошу добавить мне немножко микрофон в мониторы. И мы начнем с композиции, которая звучала на легендарном фестивале в Вудстоке в 1969 году. Группа Сантана, композиция Soul Sacrifice. We'll be right back.
Song Sacrifice, друзья. Santana, 1969 год. Но следующая вещица называется No One To Depend On. Thank you.
Спасибо, друзья. So we'll sacrifice. Но следующую композицию представлять не надо, я думаю. We'll be right back.
вещь, какие-то пуэнты, из которой Сантана со своей группой сделал суперхит периода Woodstock 60-70 год. Ну а теперь немножко сбавим обороты, немного лирики. Девушки, приглашайте кавалеров на танец. Потому что звучит одна из самых красивых композиций Карлоса Сантаны, которая изначально задумывалась как песня, но в итоге получилась инструментальная композиция под названием «Samba Pa Ti». Thank you.
Pa Ti. Спасибо большое. Ну что же, и снова отправляемся на фестиваль в Вудстоке. И сыграем еще одну вещицу, которая там прозвучала. В оригинале это музыкант Вилли Бобо. Такой соул-джазовый саксофонист был. И Карлос очень любил и знал эту музыку, ранее такой латин-соул. И вот он со своей группой подобрал эту вещицу и сделал из нее супер-хит эпохи хиппи. «Evil Ways».
Спасибо, друзья. Ну что, в завершении нашего сета еще одна вещица. Ну, Европа это совсем уж, знаете ли. Во-первых, она позже немножко была записана. А у нас все-таки эра более-менее поближе туда, к Woodstock, к самому началу 70-х. И поэтому мы сыграем в заключении еще одну вещицу, которая звучала на фестивале в Вудстоке. Называется она «Джинго». Еще раз представлю совершенно фантастических музыкантов, как вы могли убедиться, которые находятся на этой сцене. Дмитрий Ветеран Честных, бас-гитара и вокал. Владимир Воеводин, барабаны. Владимир Шевченко, перкуссия. Николай Добкин, электроорган. Меня зовут Вадим Ивашченко. Это проект Soul Sacrifice. Джинго!
soul, sacrifice. На этом у нас всего хорошего вечера. Пока, увидимся. Спасибо.